Всем привет, друзья! Вы на канале Андрей Самусенко. И тут, в этом видео, будет как бы разборка старой материнской платы, ну и старого компьютера. Я сейчас вам покажу. Так, тут у нас процессор. Сейчас фокус надо поймать. Ладно, я вам так скажу. Тут процессор Intel Core i2 Duo, двухъядерный, четырехпоточный. Дальше две планки по 2 гигабайта с средней частотой. И вот такой вот Wi-Fi адаптер. Ну, то есть туда включается провод, ну и... Так вот, извиняюсь. Тут два слота под видеокарту. Под видеокарты. Ну и базовый разъем. Сюда подключался один SSD-диск на 240 гигабайт. Да. И жесткий HDD подключался на 512 гигабайт. Так, тут стоит, ну, стоял боксовый кулер, ну, от самого процессора. Он, конечно, весь грязный, весь пыли, но я его уже оттер. И на этом видео мы сейчас будем оттирать от засохшей термопасты сам процессор. Так, вот я подобрался к нашему процессору. Как вы видите, процессор на 775-м сотите. Вот тут вот он изображен. Так, достаем наш камушек. Так, вот он. Вот такой вот у нас камушек. Но опять телефон фокус не словил. Не видно тут. Так, ну вот, я его достал. Сейчас берем влажную салфетку. Любую, вообще неважно какую. И начинаем оттирать наш камушек. Конечно, делаю это не быстро. Особенно, если термопаста засохшая. Так, процессор я очистил. Теперь мы переходим к оперативной памяти. Сперва мы приступим к кулеру. Так, вот я освободил нашу газетку и начинаем очищать кулер. Как вы видите, вот тут вот собралось достаточно пыли. Чтобы ее все убрать, нам понадобится просто мокрая тряпка. Убираем. Все останавливаю. Конечно, щеткой будет более эффективнее. Вы сами видите, как быстро смахивается пыль. Самое главное, это хорошо почистить пины, то будет плохое соединение. И вот мы добрались до материнской платы. Она тут, конечно, не в самом лучшем состоянии, но я имею в виду пыли. Поэтому ее надо по-быстренькому очистить. Сначала очищаем радиаторы. Потому что они все в пыли. Вот, особенно вот тут вот, возле процессора. Дальше. Мы очищаем всю вот эту область. Тут лучше так не тереть. Лучше аккуратненько ушными палочками.
чтобы ничего не повредить, никакие пины. А если повредишь какой-то пин, то все, прощай. Или вообще сама материнская плата полетит. Или полетит звук. Может быть, даже видео полетит. Кстати, название материнской платы Asus PSQ3. Довольно-таки старая материнская плата. Ну, все-таки рабочая еще. Работает она хорошо. Итак, устанавливаем все комплектующие на место. В общем-то, вся материнская плата собрана, весь комплект. Осталось только докупить видеокарту, хорошую какую-нибудь. Например, GTX 550 или 1030. И КС будет тянуть FPS 70-60. Так-то этот ролик сделан на 5-летие нашего канала. Вчера, 10 сентября, было выложено первое видео на наш канал. И думаю, для кого это, ну, не будет нужно. Но для меня все равно приятно. Ладно, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А я пошел.